Всем здрасте! Не зря стою в туалете. Хочу показать, настолько я прожила 58 лет, и настолько я глупая. Хотя унитаз у нас очень давно уже. О чем я говорю? Да о том, что... А ну, давайте, признавайтесь, вы такие же, как и я, или нет? Вот это вот, этот шарики, которые делают запах, и которые, как говорится, унитаз смывают от всяких инфекций и бактерий. Куда вы их вешали? Сейчас я вот освобожу, и мы с вами поговорим. Мы открывали крышку унитаза, правильно? И вот брали эту штучку, вот сюда вот так вот я вешала, вот так, и она висела. Но всякий раз, когда у меня вот, например, муж садится на унитаз, эта штучка передвигалась, потому что она мешает. Я не давала этому никакого значения. Оказывается, эта штучка должна вешаться вот сюда. Как-то вот это здесь берется эта штука. Хотя, наверное, ребят, это не у каждого такой унитаз. Вот тут вот есть какая-то дырочка. Сейчас, секунду, я не могу всунуть. А, вот сюда. Наверное, вот так. Ребят, вот, смотрите. И вот оно висит. Я хотела сказать, что, может, у меня унитаз не подходит. А ну, давайте смоем. Смотрите, какая же я все-таки глупая была. Вот оно не мешает здесь. Оно висит там. Без проблем потом его оттуда убираешь. И действует. Видите, вот пена получилась, аромат идет. А ну, признайтесь, напишите в комментариях, кто еще был таким глупым, как я. Вот я была, я не стесняюсь этого сказать. Спасибо, в интернете случайно увидела. И вот это вот, думаю, проверю. Проверила действительно. Действует тот лайфхак, который говорили в интернете, он действует. Вот так-то вот. Век живи, век учись.